Дзержинске без предупреждения был закрыт и опечатан центральный дзержинский рынок. Продавцы, пришедшие на работу, обнаружили, что все павильоны опечатаны. Пожалуйста, все закрыто, люди все стояли. Пускай не все было, но стояли. Вот, пожалуйста, со всех сторон. Вот, пожалуйста. В связи с проведением технических работ молочный, мясной и овощной павильоны будут закрыты с 9 числа. 600 предпринимателей без работы. У людей сейчас инфаркт получат все. Из нас все закрывает. Мы на улице оказались. У нас кредиты вот столько. У нас дети учатся. Мы частные квартиры снимаем. Как вы думаете, мы в каком состоянии? Были выявлены нарушения требований энергетической безопасности, которые приводит к постоянной утечке тока, ну, электроэнергии. Также могут привести к пожарам в торговых павильонах. Три, рынок вот этот не так давно открыли. Как его эти же пожарные принимали? Как? Все было то же самое. Как его принимали? Они не видели этого всего. Ну, вот типовой щиток. Здесь мы видим автоматы стоят, защитные. Устройства защитного отключения нет. Оно выглядит вот, ну, как автомат двухполюсной. Рынок работал он до последнего времени без этих устройств. Сейчас новые правила, новые требования. Это настолько быстро произошло. К нам не приходили ни проверки, ничего. То есть никаких ни предписаний не было, ни замечаний. А потом в один день пришли все службы, выписали предписание, следом тут же практически закрыли по решению суда. Так как я не энергетик, я этого не знал, и согласен, это мое упущение. Я этого не отрицаю, я не оправдываюсь, но вот мы сейчас закупили, сейчас будем их устанавливать. Мы опечатывали торговые павильоны с тем условием, чтобы администрация рынка могли войти в данные павильоны и устранить нарушения. Также предприниматели, которые проводят там свою деятельность, они могут вывести и оборудование, и товар в любое для них удобное время. Мы на решение суда влиять не можем. Вы сами понимаете, мы просто сейчас можем по данной ситуации контролировать и участие руководителей данной территории, то есть рынка, чтобы он как можно быстрее устранил все нарушения и в дальнейшем открыть как можно быстрее данную территорию для работы. Кстати, открыт рынок может быть сразу же после устранения нарушений, не дожидаясь истечения установленного судом сроком в 90 дней.